Там же вроде как даже этот писала ник, когда вот он выдает. А как квест в чертогах камней сделать? Чего-чего? Как квест в чертогах камней сделать, где ты у деда берешь и задание просто сопроводить его. Ну, как бы я его сделал, но кому его сдать? Проходишь босса, а в следующий раз, видимо, уже сдаешь. А, в следующий раз, ясно. Понятно. У меня так получается. Прикольно. Интересно. Круто. Это лучше погуглить. У меня вот, в принципе, так было. Я его просто, когда во второй раз проходил, он уже стоит, ждет. Не только для активации, но и для того, чтобы квест сдать. Я взял квест на Смородоброда. Это мой. Завтра в итоге и вы собираетесь. Так, Аксрамос. Да, или десятка, или 25-ка, неизвестно пока. Это онлайн. Но это во сколько? 18 по Москве. Гайд на календарь. Окей. Если что, надо будет скинуть. Так, это ваш, не наш? Это не наш. Блин, так а чей это? Там ребят тоже берут. То есть тут надо перетыкать людей. Вот в чем. Ивент. Блять, а сейчас что делать? Сейчас ничего ждать. Вот смотри, там ДК или кто это? Паладин или кто? Паладин какой-то бегает. Кого он пиздит, я вот не могу понять. А, он там Абатова. Просто его там. Ага. А вы где все? Ну, он откинул, может. Я стою вверху, жду, когда будет квест появится. Сейчас он умирает и появляется восклицательный знак. И надо успеть затыкать. Я успел затыкать. У меня какой-то повелитель элементалей будет сейчас. Было. Вроде наш. Где, ребята? Так, это наш, да? Да, это мой. Сейчас альянс замочим этим мобом. Все без хп стоят. Пал пытается всех захилить. Да лаг. Еще не чаржится. Может вот сюда давай заведем в этот тупик. Или мне за. Ну, тут нормально, не сильно далеко отхилит. Вот это что за ощущение воздуха? Ну,
меч на мобов бить, нет? Где ты? А вот это что за моб? Герцог, это чей? Так, блин, знает че. Вову, блядь. Смрадная борода, дебаф. Уменьшение выносливости на 1%. Стакается еще, походу. А это вот чей? Это вот чели какой-то. Это не наш. А это лучше. Не наш. Это опять петух взялся, он и альянс еще. Канале. Шоу моба заступили. Может заивейдить его? А этого что, кто-то зацепил, не наш? Альянс, да, вон Ишин серый. Попробуем что-то сделать. Thank you.
Уводи череп отсюда, убегай оттуда. Или, в принципе, заново взять квест и не париться. А он наш вот этот, нет? Он для нашего квеста, но его зацепили. Он вот, видишь, серый. Ладно, добиваем, берем заново квест и пытаемся крыть. Ребят, дискорда нету. Понимаю, что делать надо. Все, я в 10. Угу. Где какой моб, я вообще не ебу. Не понял, опять нашего сагрили. Блять, нам короче этого ну, элементаля нам надо убить. Я сейчас еще раз отменю и перепризову. Возьму квест. Ты сразу проверь. Не этот, не завершился, потому что мне засчитало только что. Хотя он был не наш. Проверим. Может засчитает, если повезет. Тут альянс будет. Альянс начинает бушевать, надо его бить. Не, ну конечно, Вьетнам жесткий на самом деле. Вот его. Ну это наш будет. Все, я его согрел. Еще один, слушай, а нам, может, тут надо было? Я тебе помогаю. Каменный. Вот это наш, я его сагрил. Но это, возможно, типа не тот, который я призвал. Блин, не спится, блин, 12 ночи уже. Да, засчитал сейчас. Это, там несколько видов элементалей есть. Тут у паладина вот этот наш стромбик. Не знаю, мне пока еще квеста нету, я сейчас только возьму его. И упал взял. Я на этого, на который черепочек такой же. Это считаю даже. Я мне засчитал. Так там еще алик есть. Один, блядь, сука. Нас тут нахуй покрошат, пиздец. Ебать, еще экспу латаю. Так, карак, кровоспус, это кто такой? Это, видишь, это чувак? Ух, блядь, не ебнуть. Элементарь занят. Видишь, там чувак такой оранжевый стоит? Типа, чуть дальше. Вот нам надо такого же спускаться сейчас. Да, у тебя что, не отображается цвета, что ли, Войт? Цвета, вот смотри, ты сейчас выбрал в цель этого
чувачка, у него иконка такая красная, яркая. А вот выбери, допустим, вон того карака. На нем серый, видишь? Два. Че ты крутишься? Сомневаюсь. Ебать. Смотри. Я не знаю, что за пту. Дрейней по 11 гильдий метода, я его заскринил, записал, все. Пока. Есть бэр? Можешь по мне бэр дать? Бэр давай, так. Блять, маг без пати бегает один в центре заварухи. Бессмертный. Где там мечешься? Ты убили нашего или нет? Нет, еще бьют. Да, дай мне БР, наверное, нет? Да дебил лучше. Я вижу, там, ну, там все хуёво. Да я в центре лежу, снизу. Сейчас, надеюсь, засчитаю там высокость. А, есть. Да, засчитала. Сейчас, походу, у нас ласт будет после этого, если не ошибаюсь. Если повезет, 70-50. Давайте я это дам. Кушать, пить. Где ты там? А ты уже снизу? Бля, ну придется, короче, этого захуярить пораньше, для того, чтобы смогли раньше квест взять. Они опять там бушуют. Это без тебя. Стой, так. Не могу пригласить члена другой группы. Два, три, наверное. Да нет, мне сейчас на ласта взять уже надо будет, по идее, квест. Underground. Так, это мы его догнали, у пана вроде раньше был, типа. Да не, как раз с вами сейчас иду. За квест возьму на ласт. Я лок убью. Ай, да, давай, ебаш. Блок, пока. Ну там, ебать, меня какая-то хуйня уебала босса еще. Все, я взял квест на лавку. Давай, может, вниз, загорим его быстро. Это наш, агри. Агри, бля, сейчас прибьет. Сука. Там мне там флок, короче, прикинь.
Если вы долго бить будете, я не прилечу, мне же это. Далеко лететь или нет? Да беги. Не, нельзя. Сейчас я не знаю, если я прилечу, вы не убьете, то я уже рядом. То есть я уже в самой арене. Добегаю, сколько там процентов осталось. Я сбиваю. Да, вот смотри, все, я сейчас без тебя буду. А, не, стопай, стопай, у меня КД на арест 20 секунд. 21. Я думаю, не даст. Просто подождите вот 15 секунд, не бейте, пыкайте. Просто не бейте. 13. 9. 8, 7. Все, все, можно. Да, все засчитало, отлично. Инерти ебанул. Ребята, мне за это было больше инеров ебанул, чем мне с этого спидгера за флоры ебанули. Бля, взять двуручку посох нахуй на Элема 175 или одноручку на Эрестера. Ну, по идее, меткость с одной стороны, а с другой стороны, еще щит надо будет где-то выбить на хила, тоже, типа, геморно, наверное. Если щит можно где-то будет взять быстро, то, наверное, лучше взять дробяху. Вот да, еще вот один. А, похуй, возьмем. Скажите, на лема. Он сверху, мы стоим, бьем. А, доделали, да? Мне кажется. Какие-то новые пришли, бедерские. Получили пизды и решили на меня отбираться, типа, я лову левел. Типа, хуйня осталась мне. Два левела, полтора левела апну. Прямо здесь, в этой локе, побегаю, поделаем 20. Что там еще кому-то надо? Пан, тебе вроде надо, да? Да, ладов, оказывается, еще есть. Пух стоит. Где он идет? О, отражение, фига себе. А, ебать, я думаю, схуяли мне огненный шок, я думаю, жали ты где-то. Хорошо, что я лаву не дал в него. Там бы сам себя сложил, наверное. А, все, это у тебя лаз был ладов, да? Да, был лаз, спасибо. Не, он тоже уже написал номерам, типа, все уже. А мы с Андреем вместе сделали, пан чуть позже. Блять, опять этот сука лок меня заебал бегать сзади. Хочешь его ебнуть? А, нет. Да, все, убежал.
Не, опять пробежал, лол, прикинь. Так он и запиздил, он 80-й, он там дал мне ожог, поршень, блядь. Шибешка ёбнула, пизда. У меня вставалок нет, у меня типа нихуя еще на панели не выставлено. Резни еще мне, пожалуйста, по дороге. Бежать далеко. Прямо дегенератор. Ага, понятно. КД на резни 6-19 секунд. Охуенно. Так, а они, я их всех поскринил нахуй. У меня все записаны. Давай табличку в Excel сделай, кто, где, когда. Все, сейчас звучит по-другому. Я накоплю 100 тысяч голды и всех закажу. Можно, да? Ну, есть такой этот менюшка отомстить. Не обращал внимания? Потом тебе приходит письмо счастья, где написано: такой-то человек убил такого твоего врага. Ну типа 100к за этот. За его. А потому что не знаю, хуйня. Не бей. А чё? Да мне надо крысы моего накормить и этот утонуть. Никак на циркуле, ты тупо их убил, тупо полутал, тут блядь, все работает, оказывается. Мы уже понесли в массы, и у нас тогда на Вермейн сколько людей ушло. Типа я, Савроныш, там половина кнутов. Ну, типа, как-то так. Там тоже типа... Ну, по факту, типа, Вармайн самый без лайка, которых видел, где все работает, где там, типа, ссылка, одно КД, общая и прочая хуйня. Тупо как натурально был как X5, только на X5 работоспособность хуже чуть-чуть, потому что там, типа, онлайн хуя. Те же как на карте, по факту. Ну, знаешь, почему люди не особо хотят сюда идти? Из-за того, что типа, ну, блядь, это не оригинальный контент, а нарисованный вручную. И сами за этого типа не очень так как бы на Сирус хотел. Хотя меня звали давным-давно еще, когда их с один распадался. На X5, короче, был, у нас был какой-то челик, который, типа, ну, я же с Каномом в рейде был, какой-то челик смотрит, говорит, ой, ебать, типа, Релс, гляди, Каноба клан с нами. А у нас же Каноба клан это назывался, типа, когда мы на X1 играли PvP, потом на PvE ушли, Ваня же свою гильдию сделал, назвал ее, типа, Каноба клан. Не, блядь, мы с тобой вроде убивали на X1 PvP, не? А, то есть я же к нам пришел. Ну, типа... Да, изначально же, типа, Ваня пришел с X1 PvP, где я с ним, типа, в гильдии был. Потом на PvE, там мы сделали этот Каноба клан. Да.
я типа уже после прихода с X1 PvP я реже стал играть намного. Так он мне когда на этот на X5 тоже добирал, говорит, ебать, говорит, у вас будет еще один нормальный хил, кроме меня. Я как обычно прихожу полагать людей. Не, я тогда ушел. Я на 2-3 года. Да, я в 15-м на Кипр, короче, приехал. Где-то года 2-3 не играл. После этого опять вернулся. Вернулся на X1, там типа тухло все. Ушли на Вармейн после этого. На Вармейне тоже что-то типа особо не понравилось. Я опять год не играл, потом типа на X5 вернулся. Не, ну по факту сам... X5 как бы тоже там про товар у нас буквально когда? Недели две назад танчил. Я понял, о чем ты. То есть не один-два человека, а классный по себе нормальный. Ну, тут стоит больше упомянуть то, что начинают работать неработающие спеки. Допустим, ARMS, PvE. Кстати, у нас этот ARMS PvE очень часто брали, типа, в этом, на X5. Как ни странно, на X1 никогда не видел. На X1 не было, вот на X5, типа, вполне. ДПС из-за того, что он заменяет кого-то, я не помню кого на самом деле. Да, вот, точно. Вместо этого, вместо комбата у нас иногда брали. Ну, за него просто играть очень скучно в оригинале, так как там ты нажал три кнопки, у тебя КД, ты стоишь, смотришь, тулишь в этот панельку, и у тебя ничего, нажать-то нечего. Я 13 лет Эршамом играю. Я не знаю, что такое скучно. Ну, я просто вот про спек Армса. То есть в оригинале ты даешь Mortal, даешь кровотечение и овер. Дальше ты ждешь, когда у тебя Mortal откатится. У тебя больше нечего нажимать. Это стоять, кастовать, ну, блядь. Ну там ты все равно полсекунды стоишь, кастуешь его. Все равно я не знаю, как это играть. Блин, больше Африка. Такого класса нет. Включил вот. Себе Африка на этом, на циркуле недавно. Точнее, у меня изначально был демон, типа, я играл, там ранг простал какой-то, такой себе, типа, слабенький. Один раз решил пойти Африком. 2 минуты буквально посчитал ротацию на форуме, типа, какие кнопки, какие доты должны висеть. Дал 18к, он у меня типа, ну, хуево одет, там 6,3, но капы нету. Точнее, капы есть перекап хита на 3%, не до капа остальных, просто 18к дал, думаю, ебать, Африк тащит. Что-то надо было здесь тоже Африка сделать, мне пиздец понравился. Простой, сука, как дверь, класс. Дестриком я не играл. Ну, я чисто себе вообще демона делал изначально для того, чтобы в рейды попадать. И все. В итоге я сделал демона, потому что где-то демонов не было. И буквально через 2-3 недели после этого в гильдии появилось дохуя демонов бисовых. Я типа перестал попадать в рейды. Пришлось рерольнуть на другую фракцию.
лока своего. И как там речь? Это немножко... Погоди. А сейчас какой? Сейчас 21-й год, да? А, тогда я играл в то время. Я только где-то весной 20-го вернулся. У меня тогда учеба, работа была, две работы, типа, не до игры было. Из-за того, что там все известно. Как сказал чувак один, типа, в дарках на X5, типа, почему люди не уйдут с циркуля на оффу? Потому что, во-первых, у них уже там по миллион вкачанных бесовых персонажей, которые жалко кидать. Во-вторых, их типа феноменальное знание этого контента, а что они типа будут делать, придут на другой контент, нихуя не умеют. И что-то там третье, я не помню. А, типа за подписочку платить тоже не хотят на оффе. По факту он типа все правильно сказал, на самом деле. Типа по факту фреш, поэтапно, это самое интересное. Почему я и как бы повелся на твои слова. Всегда, вот знаешь, типа вот раньше как было там в 13, 12, 14 годах открывался новый сервак. Всем автоматам инстантно дают 80 уровень, дают какой-то там, не знаю, Т8, к примеру. Потом еще, ну, начальный шмот, все эти ЦК, все открыто, идите примите там репу. На кольца изначально, там еще что-то делать, еще хотите. Ну, типа, такое уже немножко надоедает. А вот с нуля полностью, типа, сам делаешь сервер. Вот это уже как-то более интереснее. Терабайта. Да.
заново тактики учить на эту всю хуйню. У меня, да? Кстати, видел, типа, там золотой таймер, серебряный таймер, как-то так. Здесь так же будет, не? Вот, поиграю еще. Дойдемся. На этом сделали, начали делать. На X5. Типа Накс героический, Санвел героический. Санвел тоже охуенная хуйня. Сначала ходили, типа, траили по 40 траев, наверное, на одного босса. За пару, не знаю, за пару недель задрочились. За полтора часа 11 проходили полностью. Причем... По факту они сделали свой этот, свой во, блядь. Я это понял. Типа, вот, вот это немножко и отпугивает людей, типа, некоторые вот, да, типа, вот, новый шмот, типа, вся хуйня, все прикольно. А другие, типа, ну, блядь, это же на, в оригинале не было. Как-то, ну, типа, неохота. Я, в принципе, их тоже... Ну, типа, ну, не обязательно X5, там, тут открывается Fresh X1, да, там. СУ, да. Все видно, да. Жрец, шаман, маг, друид, лок. Блядь, сука. Квест этот попался, который, знаешь, этого алхимика надо делать, там, колбочки эти ебущие. Ебало в рот даже делать не буду. Не, там в этом, блядь, в Злодраке, типа, квесты ежедневные есть, там, где надо, типа, баночки брать и ингредиенты приносить алхимику. Как же залупа полная. На...
взял вообще. Это меня хранит. Ебать, походу это первый квест, в котором дроп итемов стопроцентный. Что как ты здесь бегаешь, как на X1, типа хуй упадет что. Ну типа на X5 вот, шанс, наверное, не знаю, блядь, 120% упасть. Бля, сейчас бы дискнуло, было бы охуенно. Я бы все эти квесты создал под бафом. 80 взял бы сразу. Пол уровня. Да, у меня еще премиум пишет, кстати. 50%. Так я говорю, я когда этот был, типа за дисконнект, баф, у меня сразу типа два квеста сдавал, левел апал. Типа после дисконнекта именно. Типа мне на один уровень надо было 700 тысяч экспы, да, к примеру. И мне давало сразу, типа, за там 380 за один этот квест. Я был 73-м, если не ошибаюсь. Сдал парочку квестов, типа, опа, левел апнул. Побежал дальше, смотрю, блядь, у меня 75-й. Я думал, 74-й апнул, мне, типа, сразу два левела апнуло. А у меня премиум только сегодня, кстати, добавился, я не знаю откуда. Сам магазин открывал, да, купил там пандочку за один какой-то бонус или за какую-то хуйню. Но у меня их нет. Типу для 4-й профи надо это донатить, да? А, это можно типа голосовать, да? А если типа можно голосовать, то можно типа мне будет профитнее наголосовать, типа все равно я пока ее не буду качать, пока хотя бы 2 вкачаю. Знает там какая-то инжа или портяга с этим спроком или там бафом от инжи, типа жестко. Какая-то
варенье. Подслеживаться резко. А какую кнопку нажать, чтобы посмотреть там список рейдов? Все вижу. Блять, я искал сегодня нахуй. Это ссылка, да? Да. Да, что-то, кстати, неактивно. Перед Валькой. Ибо я же понял, если спать или мне XP больше будет за этим мобом. Новые скиллы имеешь в виду?
И там... По факту новый контент. Конечно, Олег, это, блядь, что-то с чем-то. Вот, кстати, 80 взял. Я даже сегодня вряд ли пойду. Поздно. Пойду, боже, какие-то науки возьму, шмотки самые дешевые. Что-то такое. Да. Слушай, что за снеговик? Я часто вижу типа пати на снеговика. Инст, типа рисованный какой-то, не? Я имею в виду, что на X2 не было такого? Или ты там не ходил? А, понял.
Мне ткань купили на Алке, бомжарскую. Сюда 6 голды. Ты уже, наверное, к следующему КД, тут в четверг, получается, скидывается, к следующему КД уже тебя потаскаем, там, вот, за эти дни забудь по ППшкам. И уже, наверное, 200-й поднимешь. Скажешь, тоже неплохо. Сделаю спек хила. Хилы-то надо всегда, как ни крути. Да. Ладно, тоже я пошел отдыхать, короче. Да, давай, спокойной ночи.